Да. Надо же, вот к нам залетел голубь. Он, и ты его так раз резко поймал, или как получилось? Он на подоконнике Сидел? сидел. Погладь, не бойся. Он может Он боится, поклеваться, давай он отпустим. боится. Он нам здесь все собьет. Конечно, мы его отпустим, но на улицу куда-нибудь уже. Нам зачем-то? Погладь, потихонечку, погладь. Не это, он боится. Ты тихо, да. Он сам боится тебя, Джамаль. Люди сами убивают, поэтому. А так он ничего не сделает. Погладь, он, видишь, как хорошенький. Ой, ты меня задел. Видишь, он спокойно. Первый раз-то, конечно, он думает, что ты его сейчас... У нас где-то проса есть, они же кушают. Проса? Ну и зерно такое. Как у нас елка красиво светится. Посмотрела фрорскую елку? Угу. Ой, такой хорошенький. Ну, видишь, уже привык. Ты не дергайся руками. И все, спокойно его так. Когда руками не дергаешься, он бояться не будет. А будешь дергаться, он боится. Думать, что ты его убит. Да. За голову не старайся, а это потом он не дергает. Он думает, что ты его схватишь. Ты вперед ручку подставь. Дать ему этот. На, Джамаль. Поэтому я сейчас этот принесу корм. Чего боится? Угу. Конечно. Ну ты можешь дать ему. Не, не это. Ну, зимой же корма нету. Кто хочет покормить? Я хочу. Нет, с рук вот так положить. Я на. Хочу. Смотри, а он это будет. Не больно будет? Не больно, но он будет чуть-чуть подклевывать. Ну, если он будет. Ты вот так держи, да? Вперед. Не хочу. Чего, боишься? Вот моя. Да, да. Я буду снимать, ты возьми. Да не бойся. Все надо в жизни. Да, они вот именно этим корем. Прям несу, и он сам захочет, возьмет побольше на этого. Посмотри, может, он первый раз боится. Больше можно? Не-не, все, хватит. Давай в той комнате его отпустим. В какой? Камиль, только не бегай, не скачи. Ну, папа зажал сильно, наверное. Как ну? Да ты чё? От страха. Вот я поэтому и говорю, все это надо убрать, а то все обосрет. Со страху. Ну ладно, папа же будет все мыть. Давай принеси зернышки. У него в руках. Камиль, там не пугай его. Ну, я говорю, отойди, не бойся, он тебя не клюнет, ничего не сделает. Он наоборот боится. Только не дергайтесь, потому что он вас в первую очередь боится. Он здесь. Молодец. Да. Интересно, да? Залез. Ну, это очень хорошо. Да. Не зря это. Первый раз, когда гадали, пингвин. Хорошие новости есть. Джамаль, он тебя осторожен. Он тебя, скорее всего, боится, потому что ты такой большой и толстый. Так, это надо все сложить. Вынести послезавтра. Шорох они лучше чувствуют, чем мы боятся. Это все хорошо? Конечно. Все. Ну, что? Ну, а давайте пару снимем.
Что? Дайте пару семян. Пару семян? Да не надо, здесь пусть лежит. Водичка. Настойчиво не надо. Да, нас не хочет. Нет, все, его можно отпустить. Пусть до завтра побудет, а завтра утром выйдем и на улице отпустим, да? Ну, его надо тогда закрыть во что-то в коробку. Чтоб никак он. Да, извини, никак. А вдруг он проснется ночью и в коробке будет везде будет какать? Как Андрей же делает, качует в коробку и вот так вот. Пусть на свободе побудет. Или думаешь, все как это? Ну, ты же будешь обтирать. Если хочешь, без проблем. Ну, уже капают, а они везде капают. Летают, срут, все вот так. Ты хочешь везде вот так вот обтирать? Ну как быть, давай отпустим. Я думаю, может он ранен, почему он не улетает? Не, он просто домашний, наверное. Поэтому кто-то держит голубей здесь, поэтому не улетает. Он же двигается, все это. Если бы был бы ранен, у него бы кровь, он бы хромал. На, Камиль, волшебное перо. Ты что, тоже вырвал перышко? Нет, он самого вылетает. Пойдем. Че? Быстро. Что там, еще что-то есть? Ну, есть и плохие вот. Что? Ну, это приметы о голубях, оказывается. Угу. Например? Кто-то не выздоровеет. Кто-то умрет. Такого. Это когда что? Ну когда голубь на окне залетел. Рамиля, пусть узнает, что за голубь. Может, он 10 тысяч долларов стоит. Этот не разбирается, только его ноги. Красавец. Он нифига не знает, его ноги на том лице. Такой красивый голубь. Да, которые, но никто не покупал сейчас голубей, говорит Андрей. И невыгодно держать. Поем гули-гули-гули-гули. Thank you.
Ну как ты, дружище? С тобой все в порядке? Гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули. Не бойся. Чем? Пойдем, не бойся. Я маленький, залазь отсюда. Что, заснять? Я снимаю. Вот. Потихоньку подойди. Стой там. Идем, красавец. Пойдем сюда. Идем. Что, там поел вот это, то, что ты? Да. Идем. Чего ты не хочешь улетать? Пойдем, гули-гули-гули-гули-гули. Пойдем. На. Гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули. Стой, идет. Идем. Гули-гули-гули-гули. Я не боюсь, он не хочет. Миша, спокойно поговорим. Какой он красавец, а? Ой, что не заметил красавчик. Он не хочет. Интересно, кто это? Что за голубь такой интересный? Иди сюда. Ну что, на пластик залез? Ох ты! Залетел. Да. Испугался сильно. Ты испугался? Он. А ты? Маленькая. Он не сильный, как он. Охота на голубей. Да.
я это снимаю, это выглядит. Гули-гули-гули, небось. Какой красивый, да, смотри. Иди сюда больше. Так, не бойся, не бойся. Пойдем. Открывай окно. Да. Ой-ой-ой. Не хочет он туда. Да ты что, не хочешь? Иди сюда. Может он... Что-то у него проблемы с полетом? Он же летал сейчас хорошо. О, видишь? Да. Хорошо летает. Так, закрывай штору, закрывай. Нет, не эту. Шерсть. Перья его. Ну, на как у него шерсть или перья? Пойдем. Не бойся, не бойся. Не бойся, что ж ты так улетать не хочешь? Будет целый, здоровый, не бойся. Так, не бойся. Куда просто пустить, а потом ты будешь, да. И все, будет уса. Счастливого тебе пути. Прилетай, если что. Я просто это, наверное, хочет. Стой, может, назад зайди. Отойди. Давай. Куда полетел? Куда зайду? Он улетел, но обещал вернуться. Кто сказал? Он. Папа обещал за ним прибраться. Там, себе, Джамаль, пойдем, залезь.